В Челябинске прошел еще один крупный турнир в рамках второго этапа российского тура дзюдо. В этом году это самый сильный турнир на территории России, международный. Мы пришли в Челябинск Трактор Арена. Одно из самых сложных состояний – это пределы человеческих возможностей. Движешься один на один, как два диких зверя. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.